Выборы прошли, федеральные каналы стараются не замечать на самом деле тектонических сдвигов. Я как-то смотрел один из выпусков новостей на федеральном канале. Убедительную победу «Единая Россия» одержала в большинстве регионов. Вот такая вот формулировка скользкая. Владимирской женщине-матери Светлане Орловой угрожает сокол Жириновского Владимир Сипягин. Там пройдет второй тур выборов 23 сентября. В Хабаровском крае Жириновец в первом туре вообще опередил действующего губернатора Шпорта. В Хакасии действующего губернатора Зимина, поддержанного Путиным, обошел о стыд 30-летний коммунист Валентин Коновалов. А в трех регионах «Единая Россия» проиграла выборы в местные парламенты. Это худший результат за 11 лет. Вот, с одной стороны, как бы радуешься, что проиграла «Единая Россия», но и радоваться, что выиграл ДПР коммунисты, мне по-прежнему не удается. А тем более, что обычно уже к 2018 году вертикали и те, и другие, и третьи связаны с какими-то местными финансово-промышленными группировками. Мы понимаем, что это только вот такие, как сказать, аватары, лица, а за ними стоят конкретные какие-то, очень даже иногда бывают авторитетные люди. Большинство провалов партии власти на родине ее символа медведя в Сибири и на Дальнем Востоке, в городе Зея во власти после выборов единороссов вовсе не осталось. Местные жители о том, как же это случилось. Зея – такая вот территория, свободная от «Единой России». Весь Дальний Восток, он подвластен не «Единой России», он подвластен только другим. «Единая Россия», ну, вроде неплохая такая «Единая Россия», да, но делает нехорошие вещи такие, которые, в общем, с точки зрения народа, они очень ведут себя в нехорошем направлении. Как вы относитесь к «Единой России»? Вообще никак. Честно, не доверяю. Доверия нет. А решает ли она местные проблемы? Нет, конечно, не решает. Я решаю сама свои проблемы. И ни на кого не надеюсь. Ой, безработица – это раз. Сокращение – это два. Третье – это дети беспризорные. У нас скитаются. Негде молодежи, вообще негде отдыхать. Даже нету карусели, как она есть. Зея, 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 город Зея. На металл спилили карусели. И лиственницы здесь растут и ели. Наш родной любимый городок. Вот так выглядит великая, свободная Россия будущего. Переезжаем, Паша? Переезжаем. Будем зеевцами. Гектар. Что гектар? Дают на Дальнем Востоке. У нас будет два, представляешь? Соединим наши гектары.